На любой стадии развития огурцы нуждаются в правильной подкормке, чтобы в конце сезона растение могло дать очень много вкусных и хрустящих огурчиков. А если на любой из стадий желтеют листья, значит куст столкнулся с вредителями, болезнями или дефицитом полезных микроэлементов. С любой из этих проблем может справиться настой луковой шелухи, который вернет огурчикам натуральный зеленый цвет, даст все необходимые микроэлементы и продлит плодоношение. Применение шелухи дает массу преимуществ растению по сравнению с оставленными на произвол судьбы кустами. Благодаря наличию в составе шелухи витаминов и минералов обеспечивается стремительное развитие вегетативной массы и плодов, быстро формируются завязи и огурцы нарастают целыми ведрами. Благодаря каротину, который входит в состав шелухи, удобрение является натуральным антиоксидантом, укрепляет рассаду и нивелирует действие свободных радикалов. Флавоноиды в составе удобрения защищают от бактериальных и грибковых болезней, а витамины группы В активизируют рост всех тканей. Чтобы приготовить полезный концентрат, необходимо использовать ведро или бак. На четверть заполнить их луковой шелухой, залить горячей водой, но не кипятком, чтобы луковая шелуха не потеряла свои полезные свойства. Такой раствор необходимо настоять в течение 24 часов, помешивая каждые несколько часов. Готовый настой необходимо процедить через марлю, и это будет концентрат для приготовления удобрения. Перед использованием нужно развести концентрат с чистой водой в пропорции 1 к 10 и поливать под каждый куст огурцов по 1 литру, либо же опрыскивать растения по листу. Делайте так каждые 2 недели, и огурцы не будут желтеть до самой осени.